Всем привет! Вы снова смотрите «Реформу», и мы продолжаем рассказывать об упражнениях на верхнюю часть тела. И сегодня, наверное, начнем, Юль, мы с тобой с упражнений на грудные мышцы. Сначала начнем с упражнений на среднюю дельту. Нам лучше комбинировать данные мышечные группы. Это средняя дельта, грудные и трицепс, например. Первое упражнение, начнем, например, со средней дельты. Дельты у нас, естественно, в простом языке плечи. Начнем, например, с разводки стоя в стороны. Начинаем разводить чуть ниже параллели. Слишком высоко не поднимаем. Опять же, высоко, когда поднимаем, нагружаем трапецию. Нам нужна только средняя дельта, средний пучок. Я правильно понимаю, что здесь за большим весом гнаться не надо? Нет, здесь не нужно. Здесь нужна техника, в первую очередь. Вес можно уже постепенно добавлять после того, как вы отработаете технику. Никаких качелей, не должно вот этого быть. Не должны поднимать слишком высоко, чтобы не давать нагрузку на трапецию, опять же. Нам нужна только средняя дельта. Это один из вариантов прокачки средней дельты. Их, конечно же, масса. Следующее упражнение у нас мы сделаем на грудь. Данное упражнение называется «Жим гантелей на наклонной скамье». Угол может быть разный. Для новичков, естественно, угол пониже. Для более опытные могут прям высоко-высоко поднять. И главное, как чувствовать. Ложимся. Лопатки должны быть сведены. Плечи назад. Локти должны быть под рукояткой, либо под грифом штанги, либо под рукоятками гантелей. Начинаем поднимать вверх. Сильно друг с другом не сводим. Опустили, выжали. Если вы будете поднимать плечи вверх, то будете грузить переднюю дельту, что нам не нужно здесь. Нам нужны грудные, поэтому лопатки у нас сведены. И стараемся сжать только грудными. Следующее упражнение на грудные мышцы в знакомом ранее нам уже в тренажере бабочки. Сведение рук именно на грудные. Да. Опять же, чтобы не включать переднюю дельту в работу, мы плотно сводим лопатки, прижимаем к скамье, к спинке. Беремся так, чтобы плечи у нас тоже уходили назад. Локти подняты, сильно поднимать тоже не надо, и опускать тоже не нужно. Они потому что примерно задираются плечи, да, тогда, они должны, да? Да, плечи не поднимать ни в коем случае, плечи должны быть внизу, локти чуть приподняты. И начинаем сводить, стараться именно почувствовать грудные. Начинаем медленно, здесь немножечко задерживаем. Медленно, почему? Опять же, человек должен научиться чувствовать мышцы. И за счет грудных мы сводим руки. Следующее упражнение у нас идет на трицепс. Опять же, мышцы, которые участвуют в работе в данной комбинации, в данном сплите. Упражнение на трицепс называется французский жим из-за головы. Это упражнение на трицепс идет как растягивающее. Мы должны максимально растянуть трицепс, опуская гантелю вниз. Конечно, опять-таки, как я уже говорила не раз, в 5 минут мы с тобой вряд ли сможем вообще все вложить. Да, очень много упражнений на трицепс, упражнений на бицепс много. Их можно чередовать, менять, комбинировать друг с другом. Можно делать такой винегрет из упражнений, например, бицепс там, со спиной, с задней дельтой, с трапецией, либо там грудные, там средняя дельта. Их можно много, можно там в конце сделать. Пойти и сделать еще раз, допустим, среднюю дельту чем-нибудь добить. Ну и мы, конечно, обязательно в следующих программах остановимся на каждом упражнении отдельно, на каждом тренажере тоже отдельно. А пока спасибо.